вот сколько не пью, все одно толком выступ. Да кто я такой? Есть у тебя эль или мед? До встречи. У тебя есть вопросы о музее? Для начала послушай немного истории. В общем, после кризиса Обливиона несколько групп взялись за уничтожение остатков мифического рассвета. Одна из групп нашла бритву Мируниса. Великий артефакт Мируниса Дагона. Они разбили ее на три части и поклялись хранить их порознь. Это было почти 150 лет назад. Но потомки тех воинов все еще хранят обломки кинжала у себя. И они живут здесь, в Скайриме. Двое из хранителей обломков, Гунзул и Драскуа, опасные бандиты. А третий, Йорген, я знаю только, что он живет в Морфоле. Вот, держи мои записи о них. Если добудешь части кинжала, я хорошо заплачу. И лишних вопросов задавать не стану, если что. Удачи в поисках обломков. Thank you.
посмотрим, если ты не насчет ли... Ни малейшего понятия не имею, о чем ты. Я о нем слыхал. Мой отец подозревал, будто он связан с мифическим рассветом. Похоже, старик оказался прав. Моя семья 8 поколений убила на то, чтобы уберечь бритву от вымершего культа. Как по мне, так пусть рукоять и дальше хранится под замком у меня дома. Мне-то наплевать, а вот моим предкам нет. Драки хочешь? Сейчас получишь. Ну, давай, посмотрим, чего ты стоишь. Нет! Если у тебя какое-то дело к ярлу, то сперва тебе придется поговорить со мной. Что это было? Чёрт!